обращать внимание общества на проблему содержания животных в цирке. Они ведь содержатся в неволе, в неестественных условиях, перевозка это долгая. Вот этот цирк 2 месяца ездит в целом. От 29 июня до 29 мая даже, до 21 июля. То есть все это время животные находятся в тесных клетках, их перевозить очень сложно. И на жаре они в неестественных условиях. Их не выгуливают, они находятся в совершенно ужасных условиях, и из-за этого они, у них стресс, стрессовая ситуация. Угу. А приходилось ли вам уже в подобных пикетах участвовать? У нас же часто. Да. Здесь, в Пермске или в Новосибирске? В Новосибирске. Ну, как артисты к этому относятся или представители цирка? Им, конечно, это не нравится, они подходят, начинают просить, чтобы мы ушли. Конечно же, им не нравится, они считают, то, что это на их время влияет. Поэтому они просто спасут. Иногда они ругаются. В основном они ссорятся с нами, начинают говорить такие вещи, что мы здесь не должны стоять. Но по идее, по закону это... Но это законно. Пикетирование с 18 лет осуществляется там, на любом месте. И в этом они не имеют права запретить. А к вам сейчас уже кто-нибудь подходил? Нет, пока что еще. Я только что прошла.